Вот такая красота. Зашла в магазин моей любимой ткани. И вот такую красоту увидела, елочку, такую красавочку, вот такой вот. Видите, как красиво уже украшено все у нас в Брянске. Такая красота кругом. Вот. Я с вами Леночка Желанкина, город Брянск. Заколочка у меня сломалась вот от цветов. Зашла такую железочку эту купить в магазин. Ну, потом показали мне, у меня такая дома железочка лежит. Я даже не знала, что можно и такую приспособить для этой цели. Вот такие вот дела. Кто-то спрашивал, что у вас за татуировки на лбу. Это не татуировки, это такое украшение у меня. Такое вот. Такая ниточка красивая, веревочка такая. Декоративная. Такую сегодня прическу себе сделала. Такая новогодняя. Девочка Леночка Лето. Из интернета. Свет такой хороший. Хорошо фотографировать здесь. Прям смотрите, как красиво. О, чтоб я была действительно Лето. Лена Лето из интернета. Гляньте, какие цветы. Видите, как красиво. О, я и вот такие цветы. Сейчас я по-другому присяду перед ними. О, видите, как красиво. Вот такие цветы. Вот она и я с ними. Вот так вот. Красота, да? Могу отойти вот так подальше от букета этого и сняться вот так вот. В кино таком красивом. Это пассаж в магазин. Центр торговый такой. Магазин тканей здесь на втором этаже. Вот я снимаю. Такой красоте. Вот такой красоте. Красота ж, да? Да, какая прелесть. Видите, елочка. Всеми огнями мерцает. Вот так вот. Иду я домой. Сегодня у нас погодка такая. То мороз, то снег такой мокрый. Вот. Ну так прохладно довольно-таки уже к вечеру. Снег метет. Вот. Пойду я сейчас домой. Ходила я по делам. Вот.